А я на новой технике. Что, техника такая пенсионерская? Раз, два, три. Подожди, назвучно. Ну что, всем привет. Снегоходный сезон открылся. А я на новой технике. Кто смотрит мой канал, тот знает, что у меня был горник BRP Summit 2014 на платформе XM. Сейчас у меня кардинально другая техника. Кардинально. И я ее взял новую и проехал уже 14 километров. Итак, внимание, представляю вам следующую технику. Ну вот, собственно, RM, русская механика, Тайга, патруль 800 СВТ. Ну, посмотрите, как она смотрится. Кратенько. Поехали мы прокатиться. Ну и, как всегда, приключения. Вон человек в полях. В полях вообще. Погода отличная. На дворе минус 17 градусов. Вон с отцом. Вот. Снега маловато. 17 что ли сегодня, декабря 22 года. Вот. Что могу сказать кратко про эту технику. Здесь уже я сразу как купил, доработал. Установлена защита СПНД. Ну, это тестовая, конечно. Производство будет запускаться уже лучше. Вот. СПНД 6 мм. Также там вал я затянул уже. На канале будет скоро. Видите, вот он. Снег не налипает. Так. Пытается выехать, сидит на брюхе вообще. Полностью на брюхе. Не, только копать. Техника, конечно, кардинально отличается от моей. Очень тяжелая. Прям очень. Ну вот. И посмотрим, народная эта техника или нет. Новая абсолютно. Посмотрим, как она поведет себя в этом сезоне. Я буду про нее рассказывать, показывать, ездить, сани возить, на дальняк ездить. Все доработки будут все на канале, так что, кому интересно, о Тайге патруль 800, следите. Ну а сейчас покатаемся. Так, кратко, маленько, и все. Да. Все, вытащили долго. Все перекопали, перерыли. Вон, от отца пар. Кирдык пол. Я сам устал, как этот. Капец, смотрите, сколько перекопали. Да, вот. Патруль, копать не надо пока. Даже. Пока. На кочку наехал. Раз, два, три. Подожди. Назвучно. Раз, два, три. Хорошая кочка. Так ровненько ушел. Thank you.
прибыли. Вот такой костерчик у нас. Вот такой вот закусон. Сало. Колбаса. Колбаса лосиная. Это колбаса ослинная. Сало свининое. Сало собачье и свиное. Вот такой лесок у нас. Красота. Смотрите, какая сосна. Сколько ответвлений у него. Сибирь, Кемеровская область. На улице минус 16 градусов. Теперь вот так на костер ставим. Вот так подогревается все. Ну, это сожжется, конечно. Вот так лучше держать. И все, и красота. Пока греется, что могу сказать про РМ. Значит, что? Конечно, чувствуется вес. Огромный вес. Большой вес. Особенно, когда вдвоем едешь, это очень чувствуется. Плюс рулежка. Рулежка на нем, конечно, оставляет желать лучшего. Надо регулировать ход подвески, может быть, разгружать переднюю часть, нагружать заднюю. За счет регулировки ремня и амортизаторов. Разберемся по ходу. Пока проехал 35 километров. Вот такие нюансы. О, ты откуда, таежник? Откуда пришел? Из леса Вестима, да. Вот, все. Костерчик батя разжегся. Да. Батя рубит, а я жарю. Ах ты, ничего себе. Уголек попался прям в руку. Ну, что еще сказать? В принципе, техника, конечно, не сравнить с моим горником бывшим. Раз в 10 слабее. Но это и не для гор. Для туризма, для поездок с семьей. Пока нормально, пока нравится. Вот. А сразу же, что могу сказать в отличие от этого BRP двухтактного. Это наличие запаха, то есть гари, выхлопных газов. На четырехтактном, конечно. Вон, костюм даже не провонял. Ну и естественно, кто на санях будет сзади ехать, будет комфортно, не будет задыхаться. Пока так. А мне вот наоборот, чё? Не сравнится. В отличие с чем? С твоим бывшим горником. Ну ты на горнике что, тебе не нравилось, что ли? Ну нет, конечно. Ну ничего себе, ты там тут... Там риски сломать себе спину, свернуть шею, упасть, потеряться где-нибудь с горы, валяться там потом. А здесь едешь, держишься за ручки. Да? Конечно. Вот так-то значит. Комфортно, да. Так ты, короче, рада, что я горника продал? Рада. Рада? Да. А ты, пап? Пусть нового покупать. Мне лишь губам было хорошо. А, понятно. Только он больше... Он больше Жене радовался, когда я утилитарник купил, вот этот вот. Ну, в общем, вот РМ. Дальше будут катки, будут ситуации, будут, конечно, застревания. Будем делать кофр на него из ПНД. Сделали защиту, кофр сделаем, поставим накладки на лыжи. В принципе, все. По доработкам, там еще несколько нюансов, и все, и будем ездить, все про него буду рассказывать. Ну, в общем, все, прокатились, приехали, все нормально, все хорошо, техника исправна. Ну что, всего проехали 44 километра. В принципе, что, техника такая пенсионерская после саммита, конечно, отличие огромное. Надо учиться ездить заново. На ней надо учиться. То есть тяжелая, заваливается влево, вправо. Вот. Расширители поставлю, думаю, будет меньше заваливаться. На снегоход Тайгу Патруль планирую установить кофр нашего производства. Маленький. Планирую его сделать двух комплектаций. Большой, как сказать, двухэтажный. И маленький, мини такой. Вот сейчас я мини поставлю, протестю. В принципе, и думаю, что запустим в производство. Сейчас защиту установили. Защита ведет себя исключительно. Пластик ПНД, он гораздо крепче, чем тот пластик, который установлен сейчас в данный момент на снегоходе. И, в принципе, в такие погодные условия, которые сейчас здесь, это мало снега, пеньки не страшны, ничего, едешь, спокойно едешь. Вот.
Кто первый раз на канале, именно кому интересно про все доработки будущие именно на тайге патруль СВТ 800, можете следить за каналом, за видео. Будут регулярные выезды, будут регулярно отзывы, как он себя будет показывать в наших сибирских условиях. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч, всем пока.